Привет. Привет, привет. Привет, привет, привет. Привет. Кто из... Кто видел в моем инстаграме сообщение про то, о чем мы сегодня будем говорить? Спасибо огромное, спасибо. Я. Ну, кто-то видел. Да, достаточное количество. Ага, я. Ага, отлично. Значит, поговорим про книжки. Думаю, что тут достаточно много новичков, которые еще даже, может, не тренировались никогда в зале. И не знают, что такое правильное питание. Я. Отлично. Значит, да, есть. Не новичкам это тоже понравится и будет полезным. Для того, чтобы понимать, это у вас тормозит, скорее всего. Для того, чтобы понимать, сегодня мы говорим на тему литературы по поводу тренировок и питания. Чтобы понимать свое тело и правильно питаться, правильно тренироваться, не обязательно учиться на тренера. Вот, если уж вы хотите стать тренером, то да. Если вы хотите составлять программы, писать и так далее, то да. Ну, то есть работать более глубоко в этом направлении. Если вы хотите себя понять и для себя что-то сделать, то, в принципе, вы можете обратиться к специалисту. Как вариант, раз. Другой вариант, ну, к специалисту, который напишет вам программу, например, к диетологу, спортивному диетологу, или пойти к тренеру, потренироваться с тренером. А можете для начала начать со своего, ну, самообразования, скажем так. Вот я хочу вам сегодня рассказать о книге, с которой я начинала. Мне ее в свое время порекомендовал мой муж. Андрей Скоромный. В свое время он тоже, скажем так, с нее начал. Ну, как начал? Ну, она была одним из главных мотиваторов и таким кладезем информации. И эта книжка называется «Энциклопедия Арнольда Шварценеггера». Вот. Так она выглядит. Ну, у нас издание 2008 года. 2008 года. Значит, энциклопедия бодибилдинга Арнольда Шварценеггера. Вот она такая толстая. Такая толстая и большая. Вы не думайте, там не картинки качков. Далеко все не так. Там очень много действительно полезной информации. Действительно полезной и нужной. И нет ничего лишнего. То есть, допустим, если для обычного человека, который хочет свою фигуру держать, да, в форме, который хочет научиться правильно питаться, какие-то понимания иметь, понятия насчет там, белков, жиров, углеводов, насчет макронутриентов, там, основных мышечных групп, там, что как тренировать и так далее, что с чем и как. Все основы в этой книге есть. Вот. Значит, покажу вам содержание. Пробежимся по нему. Так, значит, смотрите. Начинается у нас все с эволюции и истории. Тут все про бодибилдинг, история бодибилдинга, да? То есть сначала у нас, в принципе, все полностью про бодибилдинг. Дальше у нас идет все о тренировках. То есть тут очень интересные главы есть. Да, типы телосложения, например, откуда многие из нас узнали, что такое эктоморф, мезоморф, эндоморф. Тренировочные программы, принципы интенсивной тренировки. Дальше тут идет книга 3 упражнения. То есть тут огромное количество всевозможных упражнений для всех мышечных групп.
мышцы спины. И тут очень-очень много упражнений. Они все подробно расписаны. Со всеми картинками, со всеми делами. Кроме того, тут есть такая информация, как соревнования. Подготовка к соревнованиям и о позировании. Тут и про истории. Да, то есть полная подготовка. Это энциклопедия Арнольда Шварценеггера. Далее. Здоровье, питание и диета. Как раз-таки раздел о питании. То есть тут у нас все основные питательные вещества, протеин, углеводы, пищевые жиры, вода, витамины, минералы, калорийность продуктов. То есть все, что нам необходимо знать, в принципе, тут можно прочитать. Стратегии диеты для соревнований даже есть. Даже про травмы тут написано. Вот такая большая книга. То есть, смотрите, получается 800 страниц у этой книги. Вот. Бонус. Да, книга отличная. Все, кто ее читал, все, кто ее смотрел, ее хвалят, потому что очень доступно и все для простым языком, скажем так, изложено для человека любой направленности, любой сферы деятельности. Вот. Вот так она выглядит еще разок. Кто не успеет записать, тот может пересмотреть трансляцию. Так, в инете можно ее прочесть, вот пишут. Парню подарила сейчас до сих пор. Молодцы. Вот молодцы. Да, книга действительно здоровская. Единственное упущение в этой книге, ну, это со своей стороны вижу, так как я по этой теме специализируюсь, это женщины. Тут даже есть такой раздел. Значит, такая маленькая, скажем так, главка. Тренировки для женщин, которая составляет две страницы всего. И вот мы открываем, и тут написано, сейчас я вам вычитаю. Тренировки для тренировок для женщин выделено всего... Да я даже не скажу, что это две страницы. Одна страница. Значит, насколько отличается программа тренировки по бодибилдингу для женщин от программы для мужчин? На мой взгляд, не очень сильно. Поэтому я и не стала писать отдельный раздел для женщин в этой энциклопедии. Ну, с одной стороны, все верно. То есть, как бы он говорит о том, что мышцы-то у всех одинаковые, и мышцы не знают, что вы женщина или вы мужчина. По сути, как бы я с этим согласна, но все равно женский тренинг, особенно тренинг, там, скажем так, беременной и кормящей женщины, естественно, и питание будет отличаться от тренинга и питания мужчины. Вот. Но об этом он не писал, так как он не женщина. Но об этом напишет какая-нибудь женщина. Так что все равно очень полезная книга. Все про мышцы, все про питание. Очень красивые картинки. Сейчас покажу. Вот такие картинки тут. Можно на досуге посмотреть на старые фотографии олдскульные. Да, для девочек, видимо, Ну, это чуть-чуть попозже. Надо побольше подучиться. Вот. Ну, хотя знаний уже достаточно. На такую книгу, конечно, не знаю, может и хватит. Если сесть и начать писать, посмотрим. Малышка не спит, ее просто не слышно, но она рядом со мной. Потому что она смотрит. Я когда хочу ее занять, тогда вот мы садимся и смотрим. А так мы в течение дня редко смотрим мультики. Ну, сейчас обучающую программу она смотрит, овощи изучает. Так, значит, в обычных... Нет, обучающая программа, там слова в картинках. Вот, значит, вот такая книга. Это издание 2008 года. Не знаю, посмотрите, есть ли новые. Я не в курсе, честно говоря, не изучала сейчас рынок этой книги. Насколько тут, ну, есть ли обновления какие-то и так далее. Вот, ребят, смотрю, многие тут присоединились. Где продается, я не знаю, потому что она у нас достаточно давно. С 2008 года она у нас и есть, наверное. Вот, смотрю, тут присоединились. Еще какие книги, это надо список писать, потому что у меня тут
Тут нету практически ничего. Все в других квартирах и в интернете. На Озоне есть, да. Список обещала писать. Я уже писала два списка, кстати, выкладывала, но люди их теряют и спрашивают меня опять. А я тоже уже не помню, под какими фотографиями я эти списки писала. Поэтому я постараюсь это как-то закрепить в группе, чтобы... Так, с женским уклоном нет энциклопедии. Я, по крайней мере, искала и не нашла. Это надо все составлять самому. То есть из различных источников литературы. Писала я списки по женщинам тоже. И по всяким обучающим программам там. Вот, кто-то прослушал Бода Шефера. Я рада, что вам понравилось. Это круто. Да, книжка не дешевая для многих. Ну, потому что она очень большая, естественно. Так, хэштег поставить вот рекомендуют. Хорошая рекомендация. Обязательно буду ставить в следующий раз хэштег. Ну, собственно говоря, да, объем берет свое, конечно. Вот. Что еще я могу про эту книгу сказать? Ну. В принципе, ты сказала, что тут там единственное упущение это то, что нет деления на женщин, да, то есть тут по женщинам мало. Но по сути все упражнения, то есть женщине, ну, мужской тренинг вполне подходит. Вот, то есть это только какие-то особенности для, скажем так, беременных кормящих, да, это уже немножко по-другому все будет. Вот, и, скажем так, для женщин в возрасте. Тоже я немножко бы это разделила. Куплю себе на день рождения. Правильно. Правильный подход. Вот, по питанию отлично тут. То есть вы посмотрите, тут все написано. Начнете разбираться, что такое белки, жиры, углеводы, минералы, какие нам нужны по калорийностям там. То есть вот про баланс, вот это все сможете отлично выяснить в этой книжке. Так что... Еще разок. Энциклопедия Арнольда Шварценеггера. Вот, ну в следующий раз... В следующий раз, так, набор массы девушкам. Да, вы пишите мне, можете мне прямо в Инстаграм писать под фотографиями трансляции, на какую тему были бы вам интересны. Да, и мы их сделаем. Просто, видите, ну, часто выходить не получается. Там, если и получается выходить, то, как правило, с Софийкой какую-то прям организованно прочитать какую-то там тему достаточно сложно, потому что я постоянно отвлекаюсь. Это очень тяжело. Да. Вот. Но сейчас все хорошо. Она мне дала сейчас все рассказать. Так, ну, ребят, я, значит, рада, что вы послушали. И буду ждать отзывов. Кто почитает, расскажите мне в следующих трансляциях или пишите в Инстаграме, что вы узнали, что вам понравилось. И будет очень интересно ваше мнение послушать. Вот. Все, спасибо большое. Всем пока.